Масло. 2 минуты, ладно, попробую в бою рибахнуть. Все готовы. Чуть-чуть рассоситесь, только внутри. Танки кайтит пламя, от него уходим. Один свободный танк. Пока мим нет. Пять секунд пламя. Беги, малышка, беги! Давитель 25. Пока чуть-чуть дамажим. Пламя скоро. Две секунды. Надо подстопать. Стопайте, стопайте, фу. Вообще убрали руки, блядь. Ну, пукай ты, давай. Быстрее назад. Через центр, не бежать вдоль стены, лоб. А, ну ладно, винтанулся. Тут пока стоим, под кнопки не уводим пламя, там танки. Короче, против часовой пойдем. 2 секунды. Ну ты чё? Ресы и Бьорн, быстрее его. Ну пройдет. Блять, я нажал куда-то ГПН, нахуй. Бомбу смотрим, как далеко. Далеко, стоим. Пламя 5 секунд. Дай мне еще один БР, я отказался. Бля, пиздец. Ну, милики, вы далеко там убегаете, на какую сторону, блять. Обстрел, смотрим. Цитаэль, иди резь на танк нам. Вон он там у кнопки. Можно пройти вот тут. Аккуратнее, аккуратнее. Да, реса резкая, пропива ты. Он отказался, ты глухой? Чё, не видно, да, где печенька? Минус упал. Пизду, ретрай нахуй. Мне ебани сразу. Да, держи. Я, бля, хотел информацию на смерти нажать, и там, блядь, ПР пришел. Я не думал, что Миша, нахуй, резкий понос, блядь, так быстро ПР раздает. Реально, поменьше пиздите, а. Бежал тебя прохиливать, там рейд остальное, все, больше никто не хилил, и зера не работает. Тесните, пожалуйста, точечно, на ПДМ отрез. Блядь, еще джейс надо сейчас. Там сейчас Бьорн отвалится, надо быстрей. Неплохо, да? Один пул есть еще. Это не очень хочется брать сюда. Там ничего не поможет. Там, блядь, не дубль онлайн. Thank you.
Инту. Инту. Нажал. Мы потом заранее возвращаемся на лоу хп, чтобы успеть вернуться в ангар нормально, а не срать под кнопкой. Скоро пламя. Мы скоро стопаем. Стопаем пока. Стакайте ты 5. В центре группы. Повезло, повезло. Вышли быстрее. Да, мы теперь по-нормальному пойдем. Бомба еще ближе к пламя скоро. Выше из обстрела. Ну, почему Изеры нет там на рейде? Я не пойму. Я стою тут, дохиливаю, ты можешь сдвигаться к РДД, на меня не смотреть. Стрел. Сместились справа. Ну что это, блядь? Нету Бэрлонс. Берегитесь. Бомба. Пламя скоро. Че, взорвется? Че, надо как-то тут пустиной будет разлить. Туда не заходите, там перекроет скоро. Смотрим, кто голову танчит. Танки трэш собираем, бомботу взрываем. Можно голову на себе еще держать. Это несложно. И выводить ее, главное, из огня, чтобы она над огнем не висела. Пламя скоро будет. Не кливайте, главное, сигнально. Землетряс стелите перед огнем. Стиль.
пламя 5 секунд. Будет скидываем, чуть расплить. Сигнальных что-то маловато. 2, 3. Глянем, как умирает. Ближний бой. Ну что это, блядь? Рога, ближний бой. Че? Вышли, вышли. Хлопота добили, от сигнального сала ушли. Фокус тела взяли в X на 0-1. Третья пати играет низ вверх. Четвертая пати вверх-вниз. Миликов прохил, ну. Где там Изера? Почему их две, блять, в рейде опять? Обстрел. Беги, малышка, беги. Стоим тут. Фокус еще будет. Не надо так на рейд вести. Выше. Пламя 3 секунды. Сакру пупом. Бомбу смотрим, куда я. У нас рядом, у нас рядом. Ушли к стене под кнопку. И тут стоим. Килимся, блять. Пиво умирает нам. Шудмейден, прожмись. Тут бомбочки в рейде. Аккуратнее. Равномерно все дамажим. Вверх, вниз. Тело подстопнули. Беги, малышка, вниз, беги. Вверх. Беги, малышка, стрел. Беги. Изи. Изи. Ебать. Не пятнут. Вот только проводящая печать. Я догонял какой-то. Сон. Жестко. Так, честно, нет? Пламя, пламя. Ближний бой. Да, аффикс. Я что-то мин, короче, много взорвал разом. Два типа пламени. Ты еще далеко был. Да не, не, у меня зеленка просто кончилась. Я знаю, ты далеко. Аффикс. Импульсный излучатель. Два типа пламени на. Блять, там и зеры не было. И пламя начало типать без фул хп. Ладно, у меня пришли, а вот лок на минах умерший, лови. Зеры могло не быть буквально пару секунд, пока вот я кастила спокойствие. Этого и хватило. Все. Ну вот они умерли. Их продамажило. До этого не было секунды хила. Там еще два пламени было, я так понял. Нормально, надо тихнули. Просто вместе. Если бы были фулл хп, выжили. Короче, идем на Торим. Что за бой? Убьем же. А, ну понял, ладно. Там можно портнуться, короче. А, что не зайцы. Да, гигантскую кузню, плац, я что-то. Опять не промонсили одновременно убить. А, да нам все время били нормально, там концерт тут облился. Главный лагерь портует. Одного. Да, или какой у тебя площадь? Нет, там в главный лагерь портует с боем.
что не умеет плащ. А первый элемент. Как бы я тебе отдам этот плащ только за ГП. Сори. Есть что? Дашь обмен, как подойдешь. Там кошка подкрадывается. Ребят, будьте осторожны. Короче, прижались в угол. Кто идет там сзади? Пошли. Сундук сокровищ Ильды. Че, может сразу кошку убить, чтобы она не мешала и портал был? Давай. Давай сразу сейчас кошку убьем. Только подожди, не надо там ее хулить. Иди. По поводу Изеры, чтобы такого не было, ее лучше заранее обновить, если ты думаешь ждать там долгий каст какой-то, она у тебя кончилась. Лучше заранее ее перевесить. Эти не даю, я тебе просто на будущее, чтобы наперед думал, что ты будешь делать. Минимальное движение, ты выбежал из пламени сразу на 3-4 метра, чтобы дать 2-3 коста сразу. Еще третья аура будет у нас? Пока оно подойдет, ты там успеешь всех захилить. Сто нас аура тебя обижает. Не хочешь хила. Там можно 2 тика пламени ловить и не умирать. Так, мы пойдем пулить с другой стороны, если что. Берн, все? Бьерн, походу, все, да, надо Седого взять. Да, спать и кикнуть его. Седого взять, он вроде как слышит. Сейчас захожу. Походу, каждый ряд, ребят, не умеет ауры переключать или что? Давай, быстрее пуль, моб. Все залили их быстро. Сразу в шкаф кастуй. Седой, быстрее заходи. Прижались сюда потом. Курица. На обратном пути еще подагрить ее. И шкаф кастуй сразу, быстрее. Ходишь? Да-да-да, грузится, грузится. Ну, короче, готовьтесь там ханты петом направлять на танк. Не надо туда тебе бежать. Не сумоньте лофнутого, ну что вы делаете, блядь, запакайте сейчас все. Да сумоньте. Идите ханты за боссом быстрей. Один какой-то вышел, уже бежит. Ну. Винстон, давай, давай. Пета направь там, или автоатаку, и быстрей на ботинках. Есть ботинки? Мортерс там еще куда-то бежит. Все, короче, босс ушел на. Не пулить? Пошли на другую сторону. Ну. Долго думаете, пиздец. Давай я ловушку просто поставлю, она всё, не пойдет на танк, пулить, да и все. Ничего не надо делать, мы тут будем пулить. Это шуба. И жмите за угол, чтобы в оси были. Трапу тут огненную там или какую-то разлейте, чтобы еще коты на танк пошли с напулом. Стоим далеко, прижались сейчас под босса. Где печенька, вы видите? Кроме хантов. Ну вот, молодец. Давай, Цитель, резь его.
Сейчас к углу прижались. Туда, где печи. Видите, босс чуть протащить. Скоро дикий защитник. Берегитесь. Станы. Вышли. Пошли от него уже. Берегитесь. Он уже в полете должен ему прилетать. Вы в таргете его должны держать, когда он появляется. Берегитесь. Ноль вещей на танком, нахуй. Там ни пец, стан, ни удар по почкам, особо ничего не залетает, блядь. Творим, творим. Ну, Ходж там вроде был до этого. Здесь еще ретрик у нас лучше. Раскидываю метки, лок с локом, и вот с доместиксом, Эминент стоит с Винстоном, девочка Трабл, а нет, Эминент стоит с Хейтом, девочка Трабл с Винстоном. Дальше. Дальше есть кого еще? Вроде все. Ну, два ханта, а два ханта. Два ханта. Оставшиеся. Вилл без текста. Остаются тут наверху все милики. Из РТД останется Ксюха. И... один лок. Какой из... Поставим юзлист. Хилить в кишку пойдет. Полипал. Защита на туда отправить. Вы справитесь сами без меня в кишке, надеюсь. Я могу поанонсить, добирать. Давай. Тогда чудненько защита хилить. А, туда БР надо отправить, блин. На всякий случай. А у нас только хилы. Ну тогда без БР, кто умрет, ГП просто и все. От срыва, от всего прочего. А с кем это? А, все. От льда аура можно вместо тьмы, так, который бафает просто. Шку пойдет танчить вар. А тут останется ДК.
Я попробую все это перехилить весь дамаг. А кто остается наверху? Я посмотрю. Ты и Бьюзель. И все милики. По хилам, под балконом. Да, тебе в кишку инстинкт. Под балконом остаюсь. Я с чудненькой. Нет, наверное, чудненькая одна останется. Я встану за щитаном от входа в центре. Стоель справа, камушка слева. Как мы сейчас вот стоим, смотрите в комнату, так и заходите. Балкон у нас, соответственно, за спиной будет босс. Перед лицом, точнее. Ну, там будет крутиться он все равно, если что, вдруг. Мало ли. Ну, не должен. Вообще, он должен смотреть под лицо. Полипал стоит на рейнже от танка. Камушку выкинула. Хорошо. Ждем. Короче, мне надо фастиком убить этого босса и отойти на одного. Ну вот нам остался это самый сложный босс, но еще Фрей, ладно. Фрей. По два в кемпе. АБС стоит. Собожья варом воет. Не знаю, попробуй себе найди в соло место. Аффикс стоит со стеклянной. А нет, ты с Мортарсом, получается. Или седой смотрит. У вас нахуя миликов, пиздец, вы сдохнете. Я в танк стану. Сдохни, что ж. Ну или хотя третьим, может, не сдохнешь. Да, встань в танк, а третьим. Мортар. Может, не сдохнешь. Как раз поменьше. Может, лучше войдя, да, третьим танком? Да смысла нет. Лучше Мортар живой пусть останется, в лицо подамажит. Мортар же так подамажит. Балкон, хилы, танки, все. Ты не под балконом. Че, кого ждем? Это я Локу говорю, если что. Вообще таких вещей не должен спрашивать. Вы РДД тут стоите слева, справа. От входа. Под входом где-то. Под лицом там могут оставаться только ШП и Локи. Кимпы. Где-то рядом с Холи Палом. Слева, справа. Короче, даю чек. Камушка тут? Да, секунду, я подзависла. Так, я поставлю натуры лед. Мортрес. Ася. Ну, не знаю, ты можешь ему отыкнуть на лед там поставить. Тя, лед мел. А. Лучше третью пускай возьмет. А, ну или ну, да, вот да. Меня да. Не достанет. Все, да, верно, да, лучше так. Возьми ты третью. Чудненько там. Без разницы. Ну, поставь вот. У нас три шамана могут один поставить. Защитить. А я поставлю, да. Он будет до всех доставать, да. Все, ты отвисла. Да. Было бы на кого еще менять. Даю отсчет. Там. А, тут отсчет не нужен, можете врываться. Шилдмейден в кишке, пиво тут, танчит. Шилдмейден. Где Мортрес там же? А печеньку вам. Подъебало, не лезем милишным мобом. Стоим справа. Продолжаем стоять. Вы если мом убиваете, вы дальше двигаетесь параллельно, чтобы отходя в сторону. Быстрее спулить. Надо будет переходить. Налево. Налево. Все зашли в эту комнату внутрь. Не стоите в пороге и за ним.
хардрушки, вы изеры на себе оставляйте, я буду в мелизону лужу стелить, чтобы слева-справа они были две. Вот им тех, кто будет под близзардами стоять. Не идем по центру. Край. Прямо обновляем. Мобов доливаем, босса ударяем. Это что? БР стоит быстрее. Вы РДД на дальней РНЖ, хилы на ближней. Полети с подсполкона. Я говорил, один ардру слева, другой справа. Почему вы так глубоко зашли? Почему вы стоите почти с рядом с холипалом? Разойдитесь назад, где крест, где трусы вы должны стоять. В итоге еще ардру под балкон пришел. Ну, красиво. Кому я говорил лево-право, блядь? По никам. Крест может там уйти от хила, если что, сместиться вправо. Три человека, вы не стоите в кемпе еще раз. По два максимум. 11 метров. Радар у вас, блядь, должен работать сам. Я вижу, слева вы гоните. Винстон, здесь все ближе к луне. Винстон, ты видишь луну? Ты можешь так прямо в ней? Не рядом, не, блядь, справа, не слева. Кому я называл Ники Парна, блядь, метки ваши? Я ему даже в ПМ это написал перед полом. Все, стойте. Так, крест, луну, там хоты. Пусть с ними рядом. Мол, успеем добить уже. Похуй. Чё, работает танки стоять? А только... Да вы теперь так бьёте, типа босс сюда разворачивается? Кусочек. Кусочек Валанира. А, бля, что тут сохраняются предметы в выкупе, что ли, после потом прилога? Я? Да, они я там какое-то видел. Время сохраняются. Я только увидел, блядь. Вот это да. 24 часа вроде. Нет. Так, у нас минус лог. 15 минут. Там момент я писал, что хочешь пройдет. И сам ливнешь. Ну, я выйду. Выходи, ладно, я, короче, тебя кикну, иди. Иди. Ладно, за неимением другого возьмем дворф. Я надеюсь, на следующий РТ будут все нормальные фласки. Я, кстати, могу на демо зайти. Ну, если хочешь, заходи. Да, или есть, нормально, заходи. Все, можно скинуть. Нет,
Крафт ставить. Сука. Вот, что ты возьмешь? Бля, у меня с пистолетом я чуть не посмотрел. Я нахуй не нужен. Есть шкаф в Саларе? Да кинь, Ксюш, на Вайда, ГП, мне с ним игры. Все, летите, портал стоит. Ну, половину, да. Что ты, Вов, делаешь? По товара? Ну, дописывать не буду, но буду иметь в виду. Я знаю, что ты про товар. Еще три элемента. Гибан вставь. Да сумонивайте людей, кто там стоит. Дайте гибан. Витя, ты еще не использовал печать? Нет. А дай хрень, спереди поставил. У нас юзили с отмена 15 минут, говорит. Ну, обмен кинь мне. Панк. Год трэш бить. Сиди пока. Я отдал. Погнали, я покуржу. КП, прожмись. Почему я не могу начислить КП? Не знаю. Ты вот. Наша гроза. У нас нет совы на всякий случай, грозы некому, грозу некому кидать. Я перезвезу. Ты на локуш все-таки идешь? Да. Там просто вернулся этот, не знаю, есть смысл. Уже взяли дворфа, то пускай бьет на этот злак, раз ушел. Но не я в тему не пойду. Но не кикаем, бьюсь без сумки здесь еще. Раз шкаф. Конечно, мне что-то надо.
кем? Уже. Кивидать ассисты, да? А, лидер. Да, я не могу же начислять с Лока. А, ну, тогда верни чуть. Разваливать будешь, скажешь. А ты кто? Ладно. Я все равно для него. Хорошо. За этот же начислил.